Духа. Возлюбленные о Господе, братья и сестры, всех вас поздравляем с престольным праздником нашего храма в честь святителя Николая Чудотворца. Храм в жизни христианина имеет большое значение. Каждый человек в храме духовно возрастает и совершенствуется через таинство, через молитвы, через просвещение Словом Божиим. Храм также называют церковью. Церковь происходит от греческого слова «экклесия» и означает собрание людей, объединенных одной верой во Христа и одной жизнью в Духе Святом. Храм – это видимое воплощение нашего единства в вере. Каждый из нас призван в Царство, призван в Церковь, в новое и спасительное Царство Христа на земле, в котором каждый может получить благодать Святого Духа как залог будущей вечной жизни в Царстве Небесном. И вот такое призвание услышал и ощутил в своей душе святитель Николай Чудотворец. Он достиг таких высот Духа, на которые не каждый человек может взойти. Он сохранял неизменную православную веру и ревностно боролся против ереси ария. Он сохранял в своей душе чистоту и целомудрие и оберегал других людей от пороков. Он был поборником правды и бесстрашно, мужественно обличал, заступался за всех несправедливых и обиженных и обличал тех, кто творит неправедный суд. Он стяжал в своей душе добродетели милосердия и сострадания, щедрости и любви, кротости и смирения. Его доброе сердце отозвалось на призыв послужить Церкви Божией. И вот за такую пламенную любовь, за такую заботу о Церкви, о людях, верующих людях, Господь еще при жизни сподобил святителя Николая дара чудотворения. Но и по смерти святитель Николай помогает каждому, кто обращается к нему с верой и любовью, кто стремится подражать его добродетельной жизни. Фраза «подражать добродетелям святого» не является просто красивой риторической фигурой. Она напрямую связана с историей нашего храма, со святителем Серафимом, который служил в этом храме в первой половине прошлого века и который по образу своей жизни был очень похож на святителя Николая. Святитель Серафим испытал очень много скорбей, лишений в своей жизни. Он вынужден был покинуть родину, уехать за границу и продолжить свое архипасторское служение здесь, в Болгарии. Но несмотря на многочисленные трудности, он всегда оказывал пасторскую заботу и любовь ко всем, кто приходил в этот храм, чтобы услышать его слово утешения и назидания. Подобно святителю Николаю, святой Серафим защищал православие, оберегал учение Святой Троицы от тех заблуждений, которые
те времена разделяли некоторые, ошибочно разделяли некоторые богословы. Святитель Серафим почитался и почитается как сильный молитвенник, потому что во время своей земной жизни он никогда не оставался равнодушным к чужому горю и всегда молился за каждого человека. И свидетельством этого особого дара молитвы является неиссякаемый поток людей, которые каждый день приходят к могиле святителя Серафима и просят в своих молитвах у святого Серафима помощи для себя, для своих родных и близких. Всякий, кто приходит в наш храм, обращает внимание на его красоту, на благолепие церковного убранства. Но главное сокровище нашего храма не в стенах, а в том духе любви, в том духе молитвы, которым просиял святитель Серафим во время своей земной жизни. И этот дух любви является той связью, которая объединяет всех нас, христиан, в одну церковь. Мы с вами часть этой церкви. И наше призвание – сохранить дух христианской любви своей жизнью по заповедям Божиим и передать последующим поколениям то, что мы получили. Этот дух христианской любви, который мы получили от святителя Серафима. Нам нужно научиться, стараться на примере святителя Николая Чудотворца, память которого мы сегодня празднуем, и на примере святителя Серафима, который был подражателем добродетелей святого Николая, научиться настоящей живой вере. Нужно подражать, нам необходимо подражать их добродетельной жизни, в основе которой лежат христианские заповеди. Если мы будем исполнять заповеди Божии, то Господь Бог будет с нами. Если мы будем стремиться познавать и исполнять волю Божию, то благословение и молитвы святых угодников, святителя Николая и святителя Серафима прибудут с нами. Если мы сохраним этот дух христианской любви, то наше служение в этом храме, наши общие молитвы в этом храме будут видимым воплощением нашего единства в вере. Аминь. С праздником всех вас, причастников, поздравляю с принятием святых христовых тайн. Выслушайте благодарственные молитвы.